Самые известные и самые дорогие, по оценке Сотбис, часы в мире уйдут с молотка на аукционе в Женеве. Henry Graves Super Complication оценивают в 15 миллионов швейцарских франков. Это почти 700 миллионов рублей. Продажа часов с открытым механизмом состоится 11 ноября в 175-летний юбилей их фирмы-производителя Patek Philippe. Эти часы называют Моной Лизой или Святым Граалем среди хронографов. Они были сделаны в 1925 году по заказу нью-йоркского банкира Генри Грейса, который поспорил с другим магнатом, что станет обладателем самых сложных часов в мире. На их создание у команды Patek Philippe ушло 8 лет. Это был настоящий вызов. 3 года ушло на изучение механизмов и разработку дизайна, еще 5 лет на само производство. Над ними работали мастера со всей долины кантона Во, и это настоящее свидетельство гениальности швейцарцев в часовом деле, науке, астрономии, инженерии и всем остальном. Для своего времени это была абсолютная вершина технологий. Карманные часы из розового золота весят 0,5 килограмма. Помимо обычных часовой, минутной и секундной стрелок, они имеют еще 24 разных механизма, в том числе вечный календарь, указатель фаз луны, хронограф долей секунды и многое другое. Они состоят из 920 деталей. Например, здесь вам покажут карту ночного неба, так как его видно с 64-й улицы Манхэттена рядом с Центральным парком и зоопарком. Таким было ночное небо там, где была квартира мистера Грейвса. Также часы расскажут вам, когда в Нью-Йорке встает и садится солнце. Первому владельцу эти часы достались за 60 тысяч франков, и он, в конце концов, выиграл свой спор. Сегодня цена их выросла в сотни раз, но организаторы уверены, что уникальный хронограф легко найдет себе нового, честолюбивого хозяина.